Наш общий друг. По роману Чарльза Диккенса. Часть шестая. Милая мама, надеюсь, ты не рассердишься на то, что я вышла замуж за мистера Джона Роксмита, который любит меня больше, чем я когда-нибудь смогу заслужить. Я не говорила о нашей свадьбе заранее, чтобы дома не вышло неприятностей. Пожалуйста, расскажи обо всем этом папочке. Любящая тебя дочь Белла. Ну, папочка, теперь ты спасен, и никто не съест тебя живьем. Отправьте это, пожалуйста. Отныне ты уже не сможешь называть меня своей обворожительной женщиной. Я сам это знаю, друг мой, и с радостью отступаюсь от тебя. А я-то думала, что разобью тебе сердце. Разбила бы, если бы я терял тебя навеки. Но ты же знаешь, что этого никогда не будет. Теперь между нами троими заключен союз. Мы не выдадим, что празднуем бракосочетание. Дорогая, наше сегодняшнее празднество удалось лучше прошлогодних. Мы впредь будем справлять годовщину нашей свадьбы здесь. Пусть мы не в последний раз празднуем этот счастливый день. Джентльмены и Белла с Джоном. Это событие так меня взволновало, что я боюсь дать волю своим чувствам. Но за то доверие, которое вы мне оказали, за всю вашу ласку и доброту, за то, что вы не сочли меня лишним, примите мою сердечную благодарность. Ваше здоровье. Пусть мы отпразднуем это событие еще много, много раз. Папочка, тебе же не грустно уезжать одному? Тебе не кажется, что мы от тебя отступились? Господи, друг мой, нет. Любовь, любовь, одна любовь повелевает миром. Поскольку друзей я не заводил, а дети выказали непочтение, то я, Джон Гарман, завещаю Никодимусу Боффину малую насыпь, а все свое остальное достояние в казну. Подписано мною, Джоном Гарманом, в указанный день. Да. Это подпись старика. Снимите шляпу, и мы приступим к делу. Начнем с того, что я буду называть вас просто Боффином, для краткости. Не хотите, как хотите, воля ваша. Пожалуйста, Вэк, я не возражаю. Тем лучше для вас. Ну-с. Желаете послушать чтение? Нет, сегодня я что-то не расположен, Бек. Расположен или нет, читать я вам не собираюсь. Хватит, довольно я на вас трудился. Не позволю какому-то мусорщику топтать меня ногами. Отказывают от должности наотрез, но жалование пусть идет по-прежнему. Пусть будет по-вашему, Бек. Вы подослали в приют своего прислужника, который все тут разнюхивает, сопляк этакий. Что, Хлюп подхватил насморк, Бек? Боффин, со мной шутки плохи. Я этого проныру не потерплю. Велите ему убираться по добру, по здорову. Сейчас же. Мистер Хлюп. От Боффина требуется уведомить своего прислужника, что хозяин здесь я. Хлюп, друг мой. Здесь хозяин мистер Век. Он не хочет тебя держать, и тебе придется уйти отсюда. Раз и навсегда. Раз и навсегда. Итак, вы знаете, что присвоили себе некое имущество, не имея на то ни малейшего права. Да, так мне говорил мистер Венус. Так говорю вам я. Что ж, я готов заключить с вами сделку. Посмейте только не посчитаться со мной. И я прямо отсюда пойду договариваться с законным наследником, которым, как оказалось, является королевская казна. Другими словами, Ее Величество. Совершенно верно, мистер Век. Я готов считаться с вами, Век. Значит, вы горите желанием заключить с нами сделку? Да, я не отказываюсь от сделки с вами. Не отказываюсь мало. Вы спрашиваете моего милостивого разрешения на заключение сделки? Боже мой, да. Что да? Мне подавайте все полностью. Боже мой, да, я и спрашиваю вашего милостивого разрешения на сделку. Если документ у вас вполне правильный. На этот счет можете не сомневаться, сэр. Вы хотите знать, каковы наши условия?
Слушайте внимательно, это самые вожеские условия, и на другие я не пойду. Вы присовокупите вашу маленькую гору мусора к прочему имуществу и разделите все наследство на три части. Одну себе, а вот две другие нам. Стойте, стойте. Боффин, вы купили дом. За него мы с вас вычтем. Вы меня разорите. Стойте, Боффин, это еще не все. Вы оставите горы мусора на мое попечение до тех пор, пока их не свезут. Если там обнаружатся какие-нибудь ценности, ведать ими буду я. Вы предъявите контракт на продажу мусора, чтобы мы знали сумму, а также составите подробную опись всего остального имущества. Когда горы мусора сравняют с землей, тогда мы произведем окончательный расчет. Ужасно. Ужасно, я кончу жизнь в работном доме. Стойте, Боффин, это еще не все. Вы, не имея на то никакого права, вечно копались тут во дворе. Две пары глаз, что сейчас на вас смотрят, видели, как вы откопали старую флягу. Она моя собственная, так я сам ее туда зарыл. Что в ней было, Боффин? Ничего такого, что можно обратить в деньги, Вэк, клянусь вам. Я был готов к уклончивому ответу этого мусорщика. Ни золота не было! Ни серебра! Ни ценных бумаг, ни бриллиантов! Клянусь вам, Вэк. Я набрел на одну мысль, которую, надеюсь, и вы поддержите, мистер Венус. За эту флягу мы взыщем с мусорщика 1000 фунтов. Думаю, на сегодня все. Ну, согласны на наши условия? Да или нет, и никаких проволочек. Зачем мне прикидываться, когда тут ничего не поделаешь? Да. Да. Доброй ночи, Боффин. Боффин? Что, Вэк? Ничего. Значит, мисс Рейн, я никак не уговорю вас одеть для меня куклу. Нет, мистер Рейберн. Вы сюда не за куклой пришли. Мне все ваши повадки и фокусы известны. Вам ничего из меня не выудит. Гадкое создание. Дрянной мальчишка. Не вой так! Я в тебя куклой запущу! Плати тут за тебя штраф. Всего 5 шиллингов. Невелика сумма. Всего 5 шиллингов. Плати тут за тебя штраф. Дать бы мусорщику 5 шиллингов, чтобы вывез тебя на своей тележке. Нет, не надо. Он того и гляди разобьет мне сердце, этот мальчишка. Не надо. Ведь хитер как черт, а глуп как не знаю что. Годен разве только на то, чтобы заспиртовать его в большой бутылке. Если он не считается со своей печенью, неужто он и со мной считаться не будет? Да. Считаться, о, не надо, не надо. Не надо. Все, не надо, да не надо. Зачем ты пьешь? Я больше не буду. Я больше не буду. Право, не буду. Пожалуйста, не надо. Видеть тебя не могу. Ступай, принеси мне мою шляпку и шаль. Будь хоть на что-нибудь годен, дрянной мальчишка. И уйди хоть на полминуты из комнаты, с глаз долой. Я иду в итальянскую оперу. Посмотреть, как приезжают знатные дамы. Я копирую их платья для моих кукол.
И прежде чем я уйду, хотела бы выпроводить вас, мистер Рейберн. Позвольте вам сказать раз навсегда, что ваши визиты ко мне совершенно бесполезны. От меня вы не получите того, что вам нужно. Даже если принесете с собой щипцы и попробуете это вырвать силой. Вы так упрямитесь из-за кукольной одежды для моей крестницы? Ни одежды, ни надежды. На адрес я вам не дам, мистер Рейберн. Убирайтесь-ка отсюда. Давай шляпу мне, а сам ступай в угол, гадкий старикашка. Нет, нет, не желаю я твоей помощи. Ступай сию минуту в угол. Ну ты, дряхлый блудный сын. Сиди тут, пока я не вернусь. Милый Мортимер, ты являешь собой точный портрет довольного трудолюбца. Милый Юджин, ты являешь собой портрет недовольного лентяя. Где ты был? Я был в городе. В городе, значит, у Лиззи Хексон. Ты человек необыкновенно проницательный. И все-таки, Юджин, ты ее по-настоящему не любишь, и тебе это известно. Этого я не знаю. И тебя прошу не говорить так, как будто оно само собой разумеется, но если ты ее любишь, тем более ты должен оставить ее в покое. Я и этого не знаю. Скажи мне, видел ли ты, чтобы я так беспокоился из-за чего бы то ни было, как из-за ее исчезновения? Хотел бы я это видеть, ты подтверждаешь и мое впечатление. Похоже на то, что я ее люблю? Спрашиваю просто так, из любознательности. Это я тебя спрашиваю? Знаю, милый мой, но ответить не могу. Если мои старания отыскать ее не значат, что я ее люблю, тогда что же они значат? Смотря к чему это может привести. Какой у тебя острый ум, Мортимер. Именно это я и не способен предусмотреть. В школе, помнишь, я брался за уроки в последнюю минуту. Теперь мы в жизни с тобой вместе, и я все тот же. Я намерен найти Лиззи. Я не задумываюсь дальше этого. Я пущу в ход все средства, какие найду. Честные, нечестные, мне все равно. Спрашиваю тебя из любознательности. Что это может значить? А если ты найдешь ее? Как я могу сказать, что почувствую тогда? Заглядывать так далеко не в моем характере. Я нынче дежурный. Этот интересный субъект приходится сыном одной моей знакомой швеи. Мистер Швей, по важному делу, сэр. Вижу, он желает нечто сообщить мне. Думаю, надо завести мистера Швея, чтобы добиться от него хоть какого толку. Книгу мистер Швей или Рому? На 3 пенса Рому. Держите. Нервы мистера Швея сильно расстроены. И вообще, я считаю необходимым окурить мистера Швея. Юджин, с ума ты сошел, что ли? Зачем он к тебе притащился? Сейчас услышим. Ну, говорите же. Не бойтесь. Изложите ваше дело, мистер Швей. Мистер Рейберн. Это ведь мистер Рейберн? Разумеется, смотрите на меня. Что вам нужно? На 3 пенса Рому. Будь любезен, дорогой Мортимер, еще раз завести мистера Швея. Я занят окуриванием. Мистер Рейберн. Толкнул было вас. Да вы не пожелали. Вам нужен тот адрес?
Хотите знать, где она живет? Хотите ведь, мистер Рейберн? Хочу. Я тот человек, который достанет. Что вы достанете? Тот адрес. У вас он есть? Нет. Тогда чего же вы хотите? На 3 пенса Рому. Завели его опять, Мортимер. Юджин, как можешь ты унижаться, пользуясь таким орудием? Я уже сказал, что отыщу ее любимыми средствами, честными и нечестными. Это нечестное средство, и я воспользуюсь им, если раньше не хвачу мистер Швей замком по голове. Мистер Швей, вы можете достать адрес? Говорите! Скажите, сколько вам заплатить? 15 шиллингов. На 3 пенса Рому. Вы их получите. Как вы достанете адрес? Я тот человек, который достанет. Со мной плохо обращаются. Колотят с утра до вечера. Ругают. Она купается в золоте, сэр. А хоть бы когда поставила на 3 пенса Рому. Дальше. Что же дальше? Они друг другу письма пишут. По почте. Человеку с дарованием легко достать другой адрес, раз у него есть свой адрес. Ну, так достаньте его. Какая скотина. Достань адрес, принеси мне сюда. И получишь на 63-пенсовых порции рома. Выпей их сразу, одну за другой. А вот поскорее допьешься до смерти. Я умою руки после мистера Швея. Физически. И сейчас же вернусь к тебе, Мортимер. Я предпочел бы, чтобы ты умыл руки после мистера Швея морально. Я тоже. Но понимаешь ли, милый мой мальчик, мне без него никак не обойтись. Это меня развеселить не может. Ты можешь развеселить меня шутками на любую тему, но только не на эту. Что ж, мне и самому немножко стыдно. Так что давай переменим тему. Это так унизительно. Так недостойно тебя. Пускаться в эту позорную разведку. Вот мы и переменили тему. Возьми сигару. Я закуриваю. Втягиваю дым. Выпускаю кольцо. Вот оно, это мистер Швей. Оно исчезло. А раз оно исчезло, я расскажу тебе то, что развлечет тебя. Разве не смешно, что когда я выхожу вечером, меня непременно сопровождает... один шпион, а нередко и двое. Честное слово, я не шучу. Ты не ошибаешься? Друг мой, это всегда одни и те же люди. Учитель вышел на улицу. Учитель? Да. Те самые, что заходили сюда как-то вечером? Они оказывают мне честь, сопровождая меня под покровом ночи. И давно это началось? Полагаю, что с тех пор, как уехала известная особа. Лиззи Хексон? Да. Они, может быть, воображают, что это ты ее похитил. Мне права некогда было даже подумать об этом. Ты не протестовал? Зачем же я буду протестовать, если мне это совершенно неинтересно? Ты в самом бесшабашном настроении. Прошу, говори более трезво и понятно. Скажу тебе трезво и понятно, Мортимер. Я хочу раздразнить учителя до бешенства. Я ставлю учителя в такое смешное положение... давая ему понять, насколько он смешон, что когда мы встречаемся, видно, как он ведь кипит и выходит из себя. Это приятное занятие стало утешением моей жизни с тех пор, как меня обманули известным тебе образом. Мне это доставляет невыразимую радость. Я делаю так. Выхожу вечером, прогуливаюсь не спеша, разглядываю витрины и смотрю, нет ли где учителя. Рано или поздно я замечаю учителя на посту. Иногда в сопровождении ученика, чаще без него. И я завлекаю его. Вожу по всему Лондону. Один вечер я иду на запад, другой на восток. То я прохожу быстрым шагом по короткой улице, быстро сворачиваю за угол и, скрывшись из виду, также быстро поворачиваю обратно. Я прохожу мимо, будто бы не подозревая его существования. А он терпит адские муки. Вечер за вечером его разочарование становится все острее. Однако надежда снова оживает в учительской груди, и на завтра он снова следит за мной. Вот так-то я наслаждаюсь всеми удовольствиями охоты, извлекая большую пользу из здорового мациона.
А если я не выхожу, то, насколько мне известно, он сторожит снаружи ночью напролет. Очень странная история. Мне она не нравится. Слишком уж ты засиделся, Мортимер. Пойдем насладимся всеми удовольствиями охоты. Он что, и сейчас на страже? Ты видел его сегодня вечером? Я забыл взглянуть, когда в последний раз выходил из дома. Уверен, он там. Идем, будь же британским спортсменом. Тебе это будет полезно. Идем. Береги свои ноги, Мортимер. Твоим сапогам нынче достанется. Если ты готов, я тоже готов. Надо ли говорить, пора вперед, рога трубят и так далее? Рога трубят. Неужели ничто не заставит тебя быть серьезным? Я всегда серьезен. Но сейчас я немножко взволнован тем, что южный ветер и облачное небо обещают нам славную охоту. Готов? Так. Мы гасим лампу и выезжаем в поле. Ты же видишь, я тебе говорил, Мортимер, терпит адские муки. Эй! Мне показалось, я слышал шум. Что-нибудь случилось, Мортимер? Никак не могу уснуть. Это лицо стоит у меня перед глазами. Не могу его забыть. Странно, а я могу. Вы поздно заходите в темпл. Помереть мне на этом месте, если я не собирался спросить то же самое у вас. У меня это вышло случайно. И у меня тоже вышло случайно. Ну да я вам скажу, не скрою. Почему бы и не сказать? Я помощник шлюзового сторожа, там выше по реке. Нынче у меня свободный день. Вот я и пришел в Лондон подать в суд на пароход, который потопил меня. Я этого не допущу, что меня топили да еще даром. По этому делу вы и явились сюда среди ночи? Попросить, чтобы адвокат Лайтвуд выступил от меня насчет парохода. Я вам скажу, не скрою. Почему бы не сказать? Адвокат Лайтвуд и этот его приятель задолжали мне дружескую услугу. Довольно у меня было из-за них неприятностей. Если бы они поддержали меня как оно следует, когда старик Хексон помер, я бы теперь был при деньгах. А вместо того на меня навешали кличек. Где ваш шлюз? Шлюз Плэшвотер. 25 миль вверх по реке. Вы знаете Юджина Рейберна? Юджин Рейберн. Да, знаю. Вы его не любите? Да, не люблю. И вы тоже, верно? Он осыпал меня ядовитыми оскорблениями и обидами. Он и его друг с презрением посмотрят на вашу просьбу и раскурят ею свои сигары. Не удивлюсь, ей-богу, если они так и сделают. Непременно. Позвольте мне задать вам один вопрос. Мне известно кое-что про старика Хексона.
Когда вы в последний раз видели его дочь? Я ее не видел ни разу с того дня, как старик помер. Вы ее хорошо знаете с виду? Как никто другой. И его также хорошо знаете. Кого это его? К черту имя. О, Юджина Рейберна! Вы когда-нибудь видели их вместе? Видел, когда старик помер. Он с ней был дерзок? Или притворялся, что жалеет ее? Он прикидывался, будто бы уж так ее жалеет. Надеюсь, чувствуете вы себя лучше, чем выглядите, хозяин. В таком случае мы скоро увидимся. А ведь я не знаю, где вас искать. Я знаю, где вас искать. И приду к вам на шлюз. Ну уж вы и проснитесь. Мистер Рейберн. Адрес. 15 шиллингов. Домой, Швей. Эй, там! У шлюза! Значит, все-таки устроились здесь? Устроился. Только нет в этом вашей заслуги. Мы приберегли свою рекомендацию для следующего сторожа, когда вас повесят. А посему не задерживайтесь здесь, ладно? Эй, вы! Идите сюда! Сюда! Эй, вы! Вот потеха-то. Вы что же это? Под меня подделались? Я не думал, что это ваш шлюз. Нет? Нет. Впрочем, вам не шлюзы нужны, а кое-что другое. Вас другое занимает. Не волнуйтесь о нашем друге. Его легко догнать. Вы думаете, я слежу за ним? Не думаю, а знаю. Да, это так, это так. А вдруг он сойдет на берег? Сойдет, не пропадет. Лодка-то на берегу останется. К ней отправимся, а? Теперь у меня почти не осталось сомнений, что он поехал к ней. А до того сомнения были, да? Это по лицу видно. Вон как вас скрутило-то. У меня сейчас каникулы. Нечего сказать, каникулы. Хорошо же у вас трудовые дни, если вы на отдыхе такой. Я все время слежу за ним. И не перестану до тех пор, пока не застану его с ней. И затем... Вернусь сюда, к вам. Вот вам, получите фунт. Получу два. А теперь я пойду дальше за ним.
Он, глупец, решил, что на реке будет легче замести следы. Или вовсе сбить с толку. Но для того, чтобы отделаться от меня, ему надо стать невидимкой. Эй, хозяин! Хозяин! Если на этот раз вам повезет, может, вы на обратном пути заглянете ко мне в сторожку? Хорошо. Так и думал, что это вы тут стоите. Плохо придется тому, кого бросят в эту глубину со связанными руками. Стенки скользкие, не выберешься. Да, пожалуй, и подшлюзные створы засосет. Вы на выход со того света похожи. Совсем из сил выбились. Пойдите лягте. Застигли их? Застиг. Я сам видел, как они шли рядом. И что вы сделали? Ничего. А что собираетесь делать? Отчего это у вас? Сам не знаю. Льет без остановок. Со вчерашнего вечера уже не знаю, который раз принимается. Сначала чувствую запах. Привкус крови во рту. Начинаю захлебываться. И вдруг фонтаном. Я ни минуты не отдохнул с тех пор, как ушел из Лондона. Даже, кажется, не присел ни разу. Дайте мне чего-нибудь утолить жажду. Я спрашивал, что вы собираетесь делать? Разве в таком состоянии человек может что-нибудь решать? Я совсем измотан. Так пойдите лягте. Будить меня не придется. Как здесь тихо. Вы, наверное, безмозглые животные. Но если вам удается проводить дни жизни более или менее сносно, вы умнее меня. Хотя я человек, а вы всего-навсего баранина. Охотникам в здешних местах делать нечего. Бедный учитель. Лиззи! А я все убеждал себя, Лиззи, что вы обязательно придете. Хоть и с опозданием. Я шла не торопясь через деревню. И остановилась поговорить кое с кем, чтобы никто не догадался, куда я иду. Деревенские так любят посплетничать. Мистер Рейберн, прошу вас, не касайтесь меня, идите рядом. Лиззи, не огорчайтесь, не корите меня. Я не хочу укорять вас. Но как же мне не огорчаться?
Мистер Рейберн, уезжайте отсюда, уезжайте сегодня же. Лиззи, такое требование хуже всяких упреков. Я не могу уехать отсюда. Почему? Да потому что вы меня не пускаете. Я вовсе не жалуюсь, что вы держите меня здесь, но ведь это так и есть. Так и есть. Прошу вас, не касайтесь меня, мистер Рейберн. Я хочу поговорить с вами и поговорить серьезно. Ради вас я готов на все, что в пределах человеческих возможностей, Лиззи. Третьего дня, остановив меня у фабрики, вы сказали, что эта встреча для вас неожиданна, и вы приехали порыбачить. Это правда? Нет, это чистая ложь. Я приехал сюда только потому, что знал, где вас надо искать. А вы не догадываетесь, мистер Рейберн, почему я уехала из Лондона? Увы, Лиззи, вы уехали из Лондона, чтобы отделаться от меня. Это нелестно для моего самолюбия, но вы это так. Да, это так. Откуда у вас такая жестокость? Ах, мистер Рейберн. Вам ли обвинять меня в жестокости? Ах, мистер Рейберн, мистер Рейберн. Разве не жестоко с вашей стороны, что вы приехали сюда? Лиззи, умоляю вас, ради всего, что есть хорошего в мире. Не плачьте. Как мне не плакать? Если между нами лежит пропасть. Как мне не плакать? Если ваш приезд сюда позорит меня. Лиззи. Я не думал, что есть на свете женщина, которая сможет так взволновать меня, сказав так мало. Но не судите обо мне слишком сурово. Вы не знаете, что я испытываю. Вы не знаете, что ваш образ преследует меня, не дает мне ни минуты покоя. Что проклятое легкомыслие, готовое к услугам всю мою жизнь, теперь потеряло власть надо мной. Вы поразили его насмерть. И иногда мне хочется, чтобы такая же участь постигла и меня. Вам больно смотреть на мои муки, а мне больно смотреть на ваши. Я не упрекаю вас. Поверьте, не упрекаю. Вам не почувствовать всего этого так, как чувствую я. Потому что мы с вами совсем разные и по-разному смотрим на жизнь. Вы не подумали. Но теперь я умоляю вас. Подумайте как следует. О чем? Подумайте обо мне. Посоветуйте мне лучше, как не думать о вас, и тогда все пойдет по-иному. Нет, вы меня не поняли. Подумайте о том, что я занимаю совсем другое место в жизни. Я не ровня вам. Вспомните, что мне не у кого искать защиты, что я могу положиться только на ваше благородство. Отнеситесь с уважением к моему доброму имени. Если вы чувствуете ко мне хоть немного того, что могли бы, будь я знатной леди, оставьте за мной право рассчитывать на вашу порядочность. Я простая работница. Мне далеко до вас и до вашей семьи. Каким джентльменом вы себя выкажете, если отнесетесь ко мне так, будто я отдалена от вас королевским титулом? Неужели я причинил вам такое зло? Нет, нет, все можно поправить. Я говорю не о прошлом, а о настоящем и будущем. Я согласилась прийти сюда на свидание с вами, чтобы избавиться от ваших преследований на виду у всех. Опять нелестно для моего самолюбия. Но так оно и есть. Тогда я прошу, молю, заклинаю вас, мистер Рейберн, уезжайте отсюда.
Подумайте, что мне придется сделать, если вы не уедете. Что? Что вам придется сделать из-за меня, Лиззи? Бежать отсюда. Я живу здесь спокойно, получила хорошую работу, меня все уважают. А из-за вас мне придется бросить здешние места, как я бросила Лондон. Если вы будете преследовать меня, мне придется уехать еще дальше. Снова искать себе пристанище. Лиззи, неужели вы решили бежать от... Простите, что я называю вещи своими именами. Бежать от человека, который любит вас. Да, я решила бежать от этого человека. Мистер Рейберн, если у вас хватит жестокости преследовать меня всюду, куда бы я ни скрылась, я умру, но не уступлю вам. Лиззи. Лиззи. Лиззи, ответьте на мой вопрос. Если бы я не был отдален от вас своим положением, неужели вы стали бы настаивать на моем отъезде? Не спрашивайте меня, мистер Рейберн. Пустите, я пойду домой. Клянусь вам, я не стану вас удерживать, вы уйдете одна, только ответьте мне. Разве я могу знать, как бы я поступил, если бы вы были не тем, что есть? Если бы я был не тем, чем кажусь вам, неужели вы ненавидели бы меня? Вы слишком хорошо меня знаете, чтобы так думать обо мне. Если бы я был не тем, чем кажусь вам, вы остались бы безразличны ко мне? Повторяю, вы слишком хорошо меня знаете. Скажите, как бы вы поступили, если бы вы считали меня равным вам во всем? Разве я могу представить вас равным себе? Тогда бы вы перестали быть самим собой. Тогда я не могла бы вспоминать тот вечер, когда впервые увидела вас. И вышла из комнаты, не вынеся вашего пристального взгляда. Или ту ночь и утро, когда вы сказали мне, что мой отец умер. Или те вечера, когда вы навещали меня у Дженни Рен. И то, как вы помогали мне учиться. И то, как я удивилась сначала, какой вы хороший, что заботитесь обо мне. Думали так только сначала, Лиззи? А что вы думали потом? Что я дурной человек? Нет, я этого не говорю. Я этого не думаю. Прошла первая радость, первое удивление, что меня заметил человек, так не похожий на всех, кого я знал раньше. И тогда мне стало ясно, не надо нам было встречаться. Почему? Почему? Потому что я вам не ровня. Потому что все это безнадежно. И ни к чему не приведет. Пощадите меня. А обо мне, Лиззи, вы подумали? Нет. До сегодняшнего вечера не думала. Позвольте узнать, почему? До сегодняшнего вечера я не подозревала, что надо подумать о вас. Но если это надо, если вы сказали мне правду и любите меня, и если жизнь не сулит нам ничего, кроме разлуки, тогда да спасет вас Господь. Да смилуется он над вами. Я обещал оставить вас одну. Позвольте хотя бы издали следовать за вами. Уже стемнело. Вы так взволнованы. Я привыкла ходить одна по вечерам. Прошу вас, не провожайте меня. Хорошо, попытаюсь. Но других обещаний Лиззи сегодня не ждите. Мистер Рейберн, пожалейте и меня, и себя. Уезжайте отсюда завтра утром. Попытаюсь. Неужели Мортимер поверил бы этому? А я сам верю? Вот нелепость.
Но все-таки моя власть над ней бесспорна. Она любит меня и не отрицает этого даже перед собой. Она честна и сильна в любви. Нам с ней придется быть верными себе до конца. Если моя натура поминутно взыскивает с меня, ей тоже не избежать этого. А если жениться на ней? Не боюсь ли я заскучать? Если бы кто взялся убеждать меня, что это чувство красивой и достойной девушки не настоящее, я бы ударил его. Юджин, Юджин, нехорошее дело ты задумал. Так сказал Мортимер. Вот что вызванивают колокола Мортимера. И сегодня в них слышится что-то уж очень печальное. Но у меня власть над ней. Юджин, нехорошее дело ты задумал. Как заставить Лайтвуда умолкнуть? Его звон смахивает на погребальный. Эй, приятель! Ты что, ослеп? О женитьбе на ней нечего и думать. Отказаться от нее тоже нельзя. Вот положение. Да.
Любимый, я тебя прощаю. Если мне было что прощать. Благодарю тебя, Боже, за выучку прежних лет, за то, что я смогла сделать это. Конец шестой части. Фильм переведен и озвучен клубом «Киносвалка за углом». Перевод Гранзо, озвучил Алексеевич.